Вот если вы придете ко мне с вопросом, помогу ли я вам узнать свое предназначение, то я скажу, нет, не помогу. Или вы должны мне будете объяснить, а что именно вы делали сами для того, чтобы такое предназначение узнать. Ходили на курсы профориентации, пробовали себя в разных специальностях, пробовали ли себя как волонтер в каких-то других сферах деятельности. Что именно вы пытались о себе узнать. И если только мы поймем с вами, что у вас есть некоторые блокировки на пути к вашему предназначению, вот только тогда мы будем с вами работать. А так, предназначение – это сфера самостоятельной деятельности личности в течение нынешней жизни.